Статистика по коронавирусу на 16 сентября такова. Выявлены 64 новых случая заражения. Всего за время пандемии диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 8810 человек. Побороли инфекцию 6112 жителей Прикамья. Число летальных случаев составило 385. В режиме домашнего карантина наблюдается 2355 человек. В Березняковской краевой больнице имени Вагнера лечение от коронавируса проходят 116 пациентов. Дома под наблюдением врачей находятся 1045 человек. В инфекционном отделении Соликамской горбольницы от коронавируса лечат 7 пациентов. Из них трое – жители нашего города. За все время пандемии в Соликамске выздоровело 238 человек. Скончалось четверо. В настоящее время под наблюдением врачей, иными словами, на карантине 85 соликамцев. Одевайтесь по погоде, укрепляйте иммунитет и берегите себя. Евгения Пантелеева, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».